Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Сегодня у нас велопрогулка. Всем привет. Собираемся прокатиться на велосипедах на озеро. Озеро называется Нидерзандхофенерзее. Не знаю даже сколько километров туда ехать. Около 20, наверное. Велосипед. Аришка наша как раз уже подходит к возрастной группе или к весу. К весу, которому здесь уже на этом сиденье ограничено. Поэтому, наверное, последняя ее поездка такая долгая, да, доча? Ребята, смотрите, мне мама новый шлем купила с бабочками и с цветочками, да, и с какими-то полосками. Короче, приедем на озеро, хотим полежать, позагорать, покушать ягодки, фрукты, покупаться, посмотрим, какая вода теплая будет. Ну и покажем вам нашу поездку. Наш очередной семейный влог. Ребята. Что, все готовы? Отправляемся. Да. Ребята, а вы знаете, еще никогда такой крутой шлем не видела. Да, ты что? Теперь все увидели тоже такой крутой шлем. О, уже немного мы в горку поднялись, да, сын? Папа. Просторы, пейзажи какие-то. В горах снег лежит. Сынок, нет, там дальше доедем. Под автобаном, когда полпути будет примерно, то остановимся, паузу делаем. Но, поехали. Красота. Показать вам немножко баварскую. Просторы баварские. Баварские дома здесь. Фермерские. Что ты, дочь, хочешь сказать? Меня не видно, потому что я сзади сижу. Так-то не видно тебя. Вот теперь, наверное, видно, да? Да. Осторожно, тут машина может выезжать из-за угла. Небольшой перекур. Попить. Водички попить остановились. Полпути мы примерно проехали. Сейчас скажу, 34 минуты мы едем. Почти 8 километров. Ребята. Нормально. Вон бавура здесь уже сколько. Тюков понаделали. Там лежат вон понад лесом, здесь, с этой стороны, везде. Уже в этом году первый сенокос у них прошел. И сено сделали уже, и вон тюки, силос. Вот еще один очередной баурский дом. Фермерский. Что ты, Ириша, хотел сказать? Каштанчик такой красивый растет. Здесь вот в домике в этом бавура. Баурята маленькие. Дети бавура продают мороженое. Hof Ice вон написано. Сейчас. Там в горах еще снег лежит. Не знаю, как отсюда на эту камеру будет видно здесь. Зума нету. Река вон, ой, гора вон спереди, Грюнтен. Еще чуть, скоро уже появится озеро на горизонте. Доченька, ты не устала там? Нет. Нет, зая моя, ты сама больше трудишься, да? Везешь нас всех на озеро, да, зя? Да. Молодец. Сейчас приедешь, будешь загорать, купаться, да? Да. Если там вода будет теплая. Ну, как раз посмотрим, да? А то мамочка сказала, что зеленое будет нельзя. Ну, если купаться не будем, то хоть позагораем, да, Зя? Ну. Велопрогулка у нас хорошая будет сегодня, да, Зя? Фу, бабушкин, там мы гуляем. Не бабушкин, дочь, а животных. Вот в таких бауэнхофах можно делать отпуск. Люди тут вот и делают как раз отпуск тоже. Живут у бауэра. Животных его рассматривают, гладят. Гуляют здесь, ходят, кто может с большого города или что, приезжает сюда в глушь, в деревню, отдохнуть от всего, вон на коров посмотреть. За этим бугром уже сейчас вот перевалим его, и там уже будет виднеться наше озеро Нидерзандхофенерзее. Мы там 2 года назад на крещение ныряли, снег шел, ну и правда не оставался, не лежал, таял сразу, было 0 градусов. Мы там ныряли, окунались, короче. А ты бы не боялась покататься на таких? Нет. Может, мама свозить ее в Швангово, помнишь? Ага. Деда, да, Ниш, тогда боялся покататься. Сейчас бы вместе, наверное, покатались бы. Ну. Там есть такой пони Hof Баурский. Там у него много очень пони всякие. Шпиль эти. Всякие шпиль пасы там, да? Были у него тоже.
эти трактора такие, сына, которые здоровые, можешь самому ездить. А еще? Дочь сказала, сама больше всех устала вести нас сюда. А еще? Да, малыш? Да. А еще ли ты можешь это... Здесь почти такие фарайны там это... Учат на лошадях ездить. Райтон, да? Ага. Че, двигаем дальше? Да. Еще чуть-чуть осталось. Вот открывается такой пейзаж, да, сына? Горки, горы. Вот это вот первое озеро, которое виднеется сразу тут. Сразу хочется песню спеть, ах, какова. Ага. Это маленькое озеро еще, не знаю, котлован какой-то. Он соединен с тем озером основным, нет, не знаю. То основное озеро, он там с правой стороны. Но... Красота, да? Просто чисто погулять, походить пешком, уже классно. Молодец, дочь. Коровки пасутся. Вот еще лошадка какая. Блондинка белобрысая. Ариша все, фу да фу. Че, дочь? Камняхи. Ну, да, естественно. Что естественно, дочь, а то не безобразно. Че, солнышко? Не знаю. Вот оно по левому флангу у нас, Нидерзенхофен-Азея. Длинное озеро, вытянутое. Вода здесь, по-моему, теплейшая из всех озер в округе. Красота, да и только. Там какой-то парусник маленький плавает. Люди вон купаются, вижу. Значит, и мы сейчас занырнем. После такого пути долгого, да? Так вот мы добрались до озера. Народу так. Не сильно много здесь, да? Да. Ариша говорит, устала сам больше, да, дочь? Да. Ага, вот мы-то устали. Все доехали. Горка тяжелая. Байки наши довезли, смотри нас. А у меня ноги без проблем. Устали. Короче, что мы ехали тут? 1 час 5 минут ехали. 14,30 километров. Нормально. 1 час 10 километров побегаю. Чуть даже больше. Ну, мы 2 раза останавливались сюда. Ребята. Вот он наш маршрут, как мы ехали. Кемпенхеги, Вальденхофен. Вон, видишь? Ничего себе, какой. Ну, когда домой поедем, нажмем продолжить, посмотрим, что у нас там получится. Что, надо пойти водичку потрогать? Попить что-нибудь? Ну, очень тепло, не страшно. В смысле, не очень тепло, вообще офигительная вода. Для того, чтобы такие холодные дни были, сейчас только жарко стало. На этом мы этом озере мы уже снимали для нас видео. Здесь такой песочек. Кис. Травка. Классно. Здесь стали на этом месте, думаю, что такое, что-то капает откуда-то, не пойму откуда. А потом пригляделся, смотрю, вон какое дерево толстенное, смотрите. Здоровенное. А это, оказывается, вон там плакучая ива, с нее все покапает. Слезы ее на нас. Всем помочь? Доченька, как тебя папа, хорошо довез? Да. Тебе ничего не укачало? Нормально? Нет, ничего. Волосики зачем распускаешь? Чтобы хорошо купаться. Хорошо, чтобы купаться? Детки уже зашли купаться. Воды вообще не боятся. Хоть холодная, хоть не холодная. Как моржи, особенно Даниэль. Даниэль, вон уже холодно. Да что, только ножки помочишь. Даня вон уже плавает. Он вообще хотел сразу с мостика этого нырнуть. Папа его уговорил, давай хоть потихонечку зайдем. Ну, Даня. Холодная вода, прохладная. Моя рыбка поплыла. И моя рыбка поплыла. Доченька, ножки только мочи, холодно. Мне не холодно. Одни моржи, да, мама? Ну, вообще не боятся. Вы моржики. Моржики маленькие, ага. Ну так постоишь, что ли, тепло? Ты заходишь, прохладно, постоишь. Не знаю, нормально. Когда рукой потрогали, как-то теплее было. Чем когда ногами зашли. Даня, ты еще не замерз? Потихоньку помазаться, привыкнуть. Не, еще я оттуда купаться ветерок не буду. Чуть-чуть дует. Чуть. Даня, видишь, как он ныряет? Вот. Да? Ну. Так вообще классно, погода хорошая. Ветерка бы еще немножко не было, чтобы теплее было. Че, дочь, нырнешь ты или нет? Не знаешь? А че? Я же вот за тебя стою. Пойдем. Будем нырять.
Папа, пойдем. Не забывайте, что рыба за вас спустит. Не бойся, дочь, тут рыбок нету. Что у нас, прием витаминчиков, да, сынок? Ага. Ариша тоже. Ух, ты прикусили? Кушаем. Яблочки, персики. Абрикосы, да, это были? Абрикосы. Бананы. Сидим, греемся, наслаждаемся. Хорошее место здесь для отдыха. Можно в волейбол поиграть. Теннис настольный. Качельки вон для детей тоже там имеются. Но здесь даже вот душевая есть, можно после озера смыть с себя озерную воду. Киоск есть, можно купить, покушать. Мороженое, Ришка, он себе уже выбирает, да, дочь? Магнум, это корнетто, вот, который такой у нас дома тоже был. Ну, такой твистер. Хотя посмотрим, сейчас там покушать есть. Здесь вот туалеты у них. Можно посидеть здесь, покушать. За столиками также можно взять с собой на пляж, там полежать. Вот что покушать. Помос, картофель фри, карри-вурстный помос. Много, да, довольно хороший выбор для такого маленького домика, да? Да. Попить тоже есть напитки всякие разные, соки. В общем, хорошо здесь отдыхать, особенно погода, когда классная, да, сын? Дети, как всегда, у нас помос с кетчупом и карри. Мы перекусили до этого. Приятного аппетита всем. Спасибо. Спасибо. Дочь, у тебя десерт, да? Как всегда, я заслужила мое мороженое. Заслужила, да? Как всегда, без мороженого никуда. Заслужила сидеть смирно. Привезла нас сюда, бедненькая, устала. Мороженое теперь кушай, да? Ну, вообще-то она никого не везла. Угу. Мм, как вкусно! Наслаждением таким кушай, да? Да, но мороженое я люблю. Кушай, кушай. Сейчас покушаешь, потом нагреемся, пойдем купаться, да? Ну что, ребятки, отправляемся мы в обратную дорогу. 3 часика посидели, полежали, позагорали, покупались. А вот именно. Дети, хорошо провели время? Очень классно. Очень. Едем Баба домой? Очень классно. Ага. Для меня. Для нашего моржика, видно, вода очень классная была, да, Саня? Ага. Стоим с Аришечкой, ждем здесь. Данюсика в горку такую резкую, подустал чуть-чуть. Толкает он пешком, мама ждала его. И мы ждем, да, дочь? Mm. Ну ничего, сейчас поедем дальше опять с горочки вниз. А вы знаете, мы сейчас пойдем домой, сидим по мороженке и с моим папой пойдем на роликах кататься, да, он мне обещал. Мальчик, конечно. Пока тут в гору заехали, затяжной долгий подъем был такой, стоим, смотришь, здесь. Даня с мамой ждем. Тут вон альпаки такие красивые, да? Смотри, дочь, пасутся как. Какой-то он мотик сейчас летит, напугает их, наверное. Не? Прикольные, да? Кучерявые такие. Наконец-то мы дома, да, Даня? Бедный ребенок устал. Цветочки нюхай, да, сынок? Ребята, а мы сейчас поедим мороженое с моим папой, одеваем защиту и ролики. Да, ты уже говорила, доченька. Не папочка, чао. Че, мама, как тебе ощущение? Классно покатались. Ребенку, конечно, не с привычки тяжело. Но сколько вот он, 28 приехали? Наша карта. Адрес стоит, вот адрес не наш, мы оттуда начали от того дома ехать. 29 километров, мам. Помнишь? Угу. Расстояние 29 километров. 336 метров подъем. Высоту 337 спуск. Один больше спуск был. Средняя скорость 15,8 километров в час. Паузы делали сколько пары раз, останавливались. Такой вот наш очередной семейный денек хорошо прошел. Всей семьей, с детьми провели время. Как вам, детки, понравилось? Да. Я Данилю говорю, говорю, мы с Ариной решили завтра, говорю, опять в такое же турне. Да. Он сразу, нет, без меня. Да. Знаешь, сейчас будет один. А вот он, Ретум Скупшраубер летит наш. Всем спасибо за внимание, будьте здоровы, до новых встреч. Всем всего доброго, всем пока, берегите себя и своих близких, до новых встреч. Всем пока, всем удачи.